как мне кажется, за один год это сделать невозможно. В том регионе всегда в этом была проблема большая с сервисом. В принципе, я считаю, что и в России не все очень хорошо. Я была убеждена, что сейчас основное финансирование пойдет все-таки в Крым, потому что природа действительно очень уникальная, и не хватает единственного хорошего отношения персонала, сервиса и так далее.